Здравствуйте. Нет, это... А так нормально вот так? Слышно вообще? Плохо, да? Сзади там. Вот так нормально? Ну ладно, я попробую с микрофоном. Так, хорошо. Итак. В Ведах сказано про то, что чувства человека несовершенны. Да, и глаза нас часто обманывают. Так, наверное, лучше без музыки вообще. А, ну, я не в том стиле немножко там, как бы. Да, у меня стиль ловкости рук, ну, шулерство там, все такое, как бы. Знаете. Я вообще сам в карты не играю, конечно. Не, ну, если хотите сыграть на деньги. Ну, ладно, давайте покажу вам пару трюков. Знаете, все фокусники прячутся в рукавах обычно. Я тоже прячу, но вот не видно просто. Взять вот так вот можно достать, видите. Как бы ниоткуда. Ну, может, плохо видно, но попробую кое-что сделать. Специальная монетка. Если взять ее, потереть вот так вот, смотрите, потереть, она может исчезнуть. И появиться в другом рукаве просто, да. Ну, давайте еще раз помедленнее, может, слишком быстро было. Вот, внимание, кладу сюда, делаю вот так вот. И она исчезает, видите, совсем. Совсем исчезает. А чтобы вернуть обратно, делаю вот так вот, снова вот так вот, появляется. Так. Видели? О, так вот лучше, да. Как же мне тут сделать-то? Ну, я не привык просто к микрофону. Давайте так. Поставишь погромче. Как-то я странно звучу просто, теряться начинаю. Итак, объясняю, как это работает. Смотри, очень просто. Вращаю маленький, маленький шарик такой, да? Невидимый, конечно. Не видно, да? Но если я другого вот так вот, подпинуть вверх, он появляется снова. Да, просто. Ну, давайте наглядно. Надо смотреть внимательно. Смотрите внимательно, наглядно. Это просто происходит, кладу сюда, упущен перемещается, видели? Видно, да? О, так, еще раз. Вот такое движение, она исчезает, появляется вот тут, видите, да? Вот, а, видите, вот так, вот так вот сделать, она появляется. Так, вот и все. Вот, нет ничего удивительного, я могу даже взять ее в глаз, так вот, а потом даже в носы достать, нет проблем. Ну, я знаю, что это трудно уследить просто, очень нормально, да? Все. Трудно уследить, как она исчезает. Так, там, появляется такая. Ну, слишком маленькая. Давайте, может, сделаем побольше, так что больше. Вот, кстати, да, та тоже она на месте. Невидимый кармашки. Фокусник всегда есть такие объяснения. Кармашки. Да, кармашки. Нет, на самом деле мало нет. А, вот, да. И деньги там и карты. А вообще фокус карты нравится? Ну, ничего. Все вам нравится, блядь. Ну, парочку. Вот, обычно кого-то карты, да? Давайте включим эту карту. Давайте. И покажи всем очень важно. Только мне не подсказывайте, я не показываю. Всем вот. Другому вот так. Подсолнух. Есть, да? Ты не спишь, что-то не видно. Что мне? А, так, помните? Отлично. Сначала положим это примерно в центр, так, да? Так, спрячем. Так. И чтобы найти ее, смотрите, все, что нужно сделать, вот такое движение. Она окажется сверху вот так вот, да? Это я чувствую. Еще раз. Давайте, может, слишком быстро. Еще. Вот, если положить ее в самый центр, вот так дальше. Видите? Нет сверху. Да, еще нет сверху. Нету снизу. Значит, сделать такое движение. Должно получиться. Да, работает. Ну ладно, давай еще раз. Внимание, смотрим. Оставим вот так немножко выпирать. Возьмем другую карту, да? Другую карту. Задвинем, не касается. Okay.
карты у нас не очень видно, давайте. Сейчас я вам покажу. Упражнение очень полезная вещь. Многие, может, знают, уже тренируются давно. Что нужно, чтобы стать фокусником? Всем интересно. Вот должно тренироваться фокусом. Вот так вот. А ну как получается? Вот хорошо очень. Ну, многие йоги проводят. Хорошо очень, да? Нормально. Следующее упражнение. Следующее. Вот так. Это можно сложнее. Сразу можно. Да, сразу. Пальцы чужие слушаться. Это есть такое что-то. Хорошо. Следующий уровень это одно для особо продвинутых. Вот так. Хорошо. А отдельно. Попробуйте вот так. Отдельно каждый палец. Отдельно. Вот так вот. Обычно соседние гнутся. Да. Я обычно так. Я помогал другу рукой. Всегда так. А есть специальные упражнения, только для фокусников, конечно. Это не круглый год. Ой, ой. Сейчас на пальцы. Да, ну вот знаете. А вот это другой вариант. Можно даже растянуть, знаете, пальцы. Указательно, наверное, будет вращаться. Можно руку даже полезное упражнение, кстати. Однажды один гараж сказал Сталин. Упражнение для гармонизации жизни у шарим нос. Хорошо. Для запоминания, для учебы, для медитации. Вот так. Так вот. По блокам. Хорошо. Вот так один палец. Один так вот. А потом меняем. Нет. Ну сразу можно получить. Ну ничего. У меня тоже получится. Опасно. Не рекомендую делать тоже дома. Это будет больно. Но вам больно не будет. Больно будет за меня только, если не получится. Должно все сработать. Я смотрю на YouTube. Внимание. Пожарить бутильник. Освобождение вперед. Вот проверка. Посмотрите, что там было. Конечно, верхка обычно. Значит, я дал, значит. Ну и шея тоже целая. Что там нормально. Кто-то так катался, что я там задал специально. Расскажу так обычно. Но задушите себя еще, да? Будете пробовать, а потом если берете веревку, любую. Можно белевую, бабушки попросить, не проблем. Берете заряд за концы вот так. Узел. Крепкий узел, наверное, очень важно. Потом берете, если где-то не было, сейчас пальцы. Отрезаете вот так вот. Так получается, не будет. Давайте попробуем сделать их одинаково. Да? Создам иллюзию хотя бы. Так, да? И лучше самотак. Самотая. Так лучше. И не по-честному все. Надо растянуть. Вот так вот. С первого раза никогда не понятно. Давайте сначала начнем. Знаете, я могу даже взять с контроля, откусить туда. Лёшка, без контроля. Я не знаю, как это работает. Два конца без Лёшки. Так не бывает вообще. Давайте, сегодня снова вот так, маленькое движение. Внимание. Знаете, вы даже можете сами попробовать. Скажите стоп. Стоп. Здесь. Так, я тебя звоню. Раз, два, три.
так, внимай, плохо для головы, кстати, я покажу даже почему. Это... Дай, на самом деле, это все... Не исчезла, на самом деле. Если взять ее вот так, вот сейчас пластик, опа, исчезает. Раз, два, один в карман. Раз, два, один в карман. Один, два, один.
в карман. Ну, сколько тут? Сколько? Нет, 20. Один сюда, один сюда, вот такой движение. Видели, он перемещается. Один сюда, один сюда. Стоп. Нет, просто много запасных, знаете. Еще. Все, наверное. Нет. Полный карман.